Иерусалим в этом году перевели на иврит. Да. Я его увезла в Израиль, там спела в начале концерта. И вот пока я пела в доме у Зеева Гейзеля, это есть такой в Израиле, прекрасный человек, филолог, лингвист, переводчик. Вот, он, вот пока я пела концерт полтора часа, он переводил, он его перевел. И в конце мы с ним его исполнили. Вернее, он пел, естественно, потому что я же не выучила. Не успела. Не успела, да. Я играла. Но пока спою на русском. На иврите там произношение очень сложное. Там эти вот гортанные звуки все эти. Ну, один куплет. Один куплет на иврите. Нет, я только знаю, что... Значит, каждый куплет там заканчивается «Ло Иерушалаем», потому что «Ло» — это «нет». Вот. «Ло Иерушалаем», а заканчивается сама песня «Иерушалаем кен». «Кен» — это «да», значит, вот. Вот это единственное, что я помню из перевода на иврит. Ну, а сейчас пою, как привыкли. Ой, как мне его в этом году сыграл жук Ваня в Нижнем Новгороде. Человек, который на гитаре полифонически провел 3 голоса. И при этом бас еще делал. То есть у него семиструнная гитара, каким-то особенным манером настроенная, с басом. Вот. Я теперь пою вот просто как в детском саду под этим, под свою гитарку, потому что, да, под ксилофон. Воскликнет он и перед тобой он здесь, Иерусалим.